Так, у нас сегодня, знаете, такая погода. Посмотрите, какая туманная. И мы решили сегодня выйти. И давно мы уже не завтракали вне дома. И идем. Вот это мой муж так не любит. Конечно, прохладно, 14 градусов. Я думала, будет теплее, но как-то прохладно. Я тут нагреблась. Это хлебная тарелка, а это Диана. Ну, там один шоколадчик, да. Мой муж так по-скромненькому, все варенье. Диана, ты не взяла себе варенье? Что там наяриваешь? А, это сосиски. Сосиски. Ну, я тоже себе взяла попробовать, а я их что-то не брала. Нет. Бугерчик, дыль, нерды. Тенис. Да. Да, у тебя чисто, я хочу попробовать. А. Какой на вкус, Дианка? Вкусно, очень слабо. Вообще другой, наш гораздо вкуснее. Крайно дам дохали за пляшки. Бугерчик дыльгиби. Ай. Все, Дианка, ты воды. Да и давай, ты ж попросила. Я не просила. Ну, поешь хлеба с мюдиком. Как тут мается. Я тут чай пью. Муж пошел покурить. Сейчас уже будем собираться домой. Ну, домой, в смысле, прогуляться, типа. Дианка, домой. Нет, да мы только вышли. Ну, Диана, ну... Он же ж не спал, он же ж ночи, поэтому... Так какой смысл было закрыть? Если я покрою, то я буду. Не поняла, какой смысл, что? Какой смысл тогда было выходить, если мы могли закрыть дома? Мы вышли просто для продуктов, понимаешь? Диана, ну дома я завтракаю мало. Это много. Дома я завтракаю чем? Ну, вы видели, да? Плюс я пью иногда чай из лепестков белой розы. Горячий лимонад. А здесь-то все ж по-другому. Здесь, глянь, сколько я много съела, как я уже 100 лет в таких количествах слоновьих не ела. Столько чая не пила. Уже, я уже пью какой? 3-й, по-моему, стакан. А Дианка со своими очками. Я бы хотела бы зайти в Акики, что-нибудь посмотреть. Я хоть их и не люблю, но... Я вот не хочу заходить в одежный магазин. Там скучно. Я ненавижу одежный магазин. Ну, Диана, ну так а что ненавижу? А как без этого? Мне надо свитер. У меня мало свитеров. Надо вот этот есть, другой, третий. Свитеров, а у меня мало штанов. 4 или 5 свитеров. Ну, я хотела бы такой, знаете, ну, поплотнее, потому что... Хотя куда их носить? Тебе не нужно, заметить. Да. Да, ну-ка, Диан, подожди, как. Какая узкая, узкая проулок, узкий проулочек. Эвестируется можно? Эвестируем. Эвет. Веревочка. Там вывешивают. Ой, кюмюрхерьерды. Тут везде эти буржуйки, везде эти собы. Ой, этого я не знаю. Опускаемся туда вниз. Там у них терраса, что ли. Диана, не торопись. Ты меня завалишь. Который чин? А, и в это я ваш. Балкон, глянь, что это? А, тюмер и чин. Верим, дамы мысли. Верим, дамы мысли. Верим, дамы мысли. Глянь, сеточкой там стоят под сеткой. Да? Говоришь, что здесь раньше христиане жили. Не за манашкой? А, из Кентакия был. Старая, говорит, старый город здесь был. Очень старый этот район. А?
А представь, Диана, представь здесь, вот как у нас, да, мороз, дождь пошел и все заморозилось. Представь, как тут спускаться? Так, иди, глянь. Да, так. Arabam var nasıl geldi? Yukarı ya da aşağıya. Ну, глиёрлар. Они знают, как сюда, говорит, машина ехать. Да, здесь еще Джами вар. Прикольно, здесь все так близко друг к дружке живут. Интересно, вот этот дом, там кто-то живет? Сейчас покажу вам поближе. Флаг висит. Вроде как никто не живет. А, наверное, никто не живет, потому что окон нет. Так интересно. Это место для угля. Вот такая здесь. Да, гля, никто не живет, закрыто. У них тут есть и свой магазинчик, видите? Но сегодня он, походу, закрыт. Не работает. Холодильник там. Стойки с чипсами. А, экмек ФД пищерьер Машкин. Дома ФД экмек. Тандыр? Да, здесь было. Свободно. А, ну вот у них и остановка, смотри, а вот и магазинчик, вот и ловчонка. А то прям все так плохо, все так плохо. Ну да, очень старый, вон хлебушек привез на мотоцикле. Ай, Диана, эту руку не держи. И туда вниз еще, посмотри, пошла опять же такая улочка. Вон туда и машины. Вот главная дорога, по которой ездят маршрутки. Проблем нет. Я буду дверки ложить. Ну да, такой здесь район, такое бедное население, конечно, здесь очень живет. Мне кажется, здесь в основном как-то он больше стариков, что ли. Тебе кажется? Прям гляньте, прям вот здесь вот, прям на окне сушат белье. Ну, мы, конечно, к такому не привыкши. Как бы Украина плохо не жила, но... Такого, конечно, нет. Что там кривить душу? Ну, наконец-то мы приехали домой. И сейчас уже время у нас, ого-го, 6:30. Но, тем не менее, мне нужно приготовить ужин. Я там кинулась. Все, короче, у меня из мясного. Фарш, печенка, курица. Говядину я не покупаю. Все замороженное. Блин, думаю, ну что делать? В общем, ну, я собиралась сегодня сделать гречку с грибами. Покажу, как я буду делать. Кому интересно, оставайтесь, посмотрите. Грибы у меня заморожены. Я буду использовать, я не знаю, сколько здесь грибов. Может быть, в районе, может, 150 грамм. Дальше один лучок репчатый. И я буду использовать 1,5 стакана гречки. И думала, ну что же, думала, драники, думала, печеночные котлеты. Но у меня же все замороженное. Думаю, ну, времени много нужно на разморозку. Я решила сделать мелимен. Мой муж очень любит его, и Диана очень любит. Поэтому мы будем делать мелимен. Опять же, мелимен... Послушай, а для мелимена не нужен огурец? Нет. Нет, конечно, как ты огурец будешь тушить? Мелимен, минимен, его и так называют. Но меня муж называет мелимен. И сын его также называет. Поэтому я его называю мелименом. Значит... Ну, пожалуйста, говори. Это значит такая овощная яичница. Вот у меня здесь перчики. Я беру на глаз, сколько здесь у меня получилось? 4. Как 4? 2, 4, 6 перцев. И у меня будет сколько? 5 помидор, 1 репчатый лук и 2 яйца. Я использую, нам понадобится подсолнечное масло, также и на гречку. Это грибы, но это грибы разморожены. Грибы очень быстро разморозились, буквально в течение 10 минут. Диана! Я буду кушать. Бля, и гречку сухую ест. Мало того, что еще ест это кускус мне сухой.
может, я за... беру, да ем сухие. Может за 2 дня мне съесть кофейную кружечку кускуса сухого. Так, всем, кому интересно, что такое мини-мен, мили-мен, у меня есть видео, я оставлю там внизу ссылочку, пожалуйста, заходите, смотрите. Ну, а как я буду готовить гречку с грибами, я вам покажу. А те, кто знает, ну не смотрите. Так, вот и лучок я нарезала вот так вот, ну, обычным, стандартным методом, кубиками. Поставила сковородку, заливаю сюда подсолнечное масло, а затем сюда же лук. И обжариваю лук до мягкости. Так, лучок у нас мягенький уже, и сейчас сюда мы добавляем наши грибы. Конечно, я считаю, чем грибов больше, тем лучше. Почти все высыпала, сейчас все вышкребу. И вот так вот грибочки обжариваем, ну, чтобы они чуть-чуть обжарились. Конечно, чем грибов лучше, тем, чем грибов больше, тем вкуснее. Ну, это на мой взгляд. Ну, это, конечно, у меня мало грибов. Но я же планировала их на суп пустить. Ну, вот, чего-то решила пустить на гречку. А затем сюда добавляем промытую гречку. Обжарились, ну, я считаю, достаточно. И сюда сейчас добавляем гречку. Перемешаем все. И пусть гречка, ну, не знаю, на протяжении 3-4 минут тоже с ними обжарится, с грибочками и с луком. То есть станет такой более маслянистой. Так, ну все, обжарилось. И сейчас мы добавляем сюда воду. Я добавляю горячую воду в пропорциях 1 к 2, да? Ну что, далее мы солим. Те, кто любит, могут даже поперчить. Но я думаю, это лишнее. Все, пробуем на вкус, как оно там, на соль. Нормально, ненормально. И накрываем крышечкой. И варим. Сколько там варится гречка? 15-20 минут, да? Снимаю крышку. Ой, ой-ой-ой-ой, все парит, смотрите. Ой, ну я уже попробовала, она такая рассыпчатая получилась. Ну, гречка всегда получается рассыпчатая, вкусная, вкусная. Сейчас попробую в очередной раз. Блин, я ее 2 года не ела, а то и больше. Я в Донецке ее плохо ела. Да, уже 3 года я ее не ела точно. Класс, супер. Газ выключаю, накрываю крышечкой. И пусть она еще постоит.